Ну, в принципе, я согласна с большинством москвичей. Выборы, собственно, процентное взаимоотношение проголосовавших очень наглядно видно. То есть большинство все-таки за Собянина. И я думаю, что в этом есть логика, потому что ну, человек хороший хозяйственник, хороший руководитель. И, собственно, я, как и большинство москвичей, жду не каких-то политических шагов от нашего мэра, а того, чтобы в Москве было безопасно, чисто, уютно, и вообще, чтобы это был город приятный к жизни, да, то есть приятный для жизни. Вот это самое главное. И мне кажется, чем дальше мы в этих вопросах будем от политики, тем лучше. Я считаю, что руководить городом должен все-таки хозяйственник.